«Что в имени тебе моем?» В Центральной библиотеке на Ломоносова 100 открылась необычная книжная выставка. Она посвящена именам. Дебют начался с Николая. Здесь можно увидеть и Гоголя, и Некрасова, и Лескова. И даже знаменитых героев произведений, обладателей этого имени. Это было такое, скорее, более случая. Ну и просмотрела на октябрь, какие имена празднуют свои дни ангела. И более встречающиеся советуют именно Николая. Вот у нас есть календарь. Рассмотреть все многообразие Николаев можно в гуманитарном зале Центральной библиотеки. Кто станет следующим героем выставки имени, вы узнаете там через 2 недели.